Вообще так радостно. В общем, вкуснячий салат. Разрешил, короче, на улице не только с собаками гулять, но и с детьми. У нас села камера. Давай, гляди, прославимся. Да? Старается, старается. Так что давайте. Готовьте сандвич. Всем доброе утро. Доброе утро. Ух ты, ты уже с салатушками сидишь. Самый главный едок у нас. У нас сегодня оладьи на завтрак. С моим худеющим телом. Самое то. Маленько поедешь. Ну да, маленько. Маленько вообще не моя тема. Маленько? Не знаю таких слов. Че? Не могу найти. Чай налить? Ладно, давайте сейчас будем чай наливать. Давай, чай, а у Вики закончились одни занятия, скоро начнутся другие. Ну и в перерыве мы готовим обед. Вот такой у нас будет вкусный и витаминный салатик с зеленью. Здесь руккола, салат, огурец, помидор. В общем, вкуснячий салат. И будут макароны с сыром. Лекс тоже любит танцевать. Снова мы готовим. У нас ужин. Сегодня мы хотим поесть рыбу. У нас есть рыба. Да, Макс? Не помню, как она называется, но типа минтая. Как вот, хек, по-моему. Минтай? Нет, не минтай. Подвид минтая. Хек, по-моему. Или нет. Ну, короче, я забыла. В общем, сейчас я ее обваляю в муке и зажарю. На гарнир хотела сделать толченку, но что-то уже, пока я почищу картошку, пока я ее сварю, это уже очень долго. Поэтому сейчас быстренько поставлю гречку в мультиварке. Сделаю салат. Пожарю рыбу. И будет ужин. Эрнст еще работает. На улице погода шикарная. Вот в идеале бы нам сегодня еще погулять. И Вика не слушается маму почему-то. Выключай. Давай маленько мультики посмотреть. Ну все, молодец, выключил. В общем, готовим. Готовим. Привет еще раз. Вроде удаленка, вроде весь день дома, а по детям успеваю соскучиться. Сейчас вот только вылез из своей берлоги. Тут, оказывается, у нас что-то готовится. Рыба жарится. Посуда моется. Вообще так радостно. Так вот там сидишь, работаешь, вышел, а тут столько запахов, что я уже с голоду умираю. Пахнет будто минтай. Пахнет будто минтай, а это хек. Хек, хек. Ну, минтай нам все равно больше понравился, да? Да. Вроде да. Ну, сейчас пожарим, попробуем еще раз. Дадим второй шанс кеку. Мало ли, вдруг он как бы это в наших глазах поднимется выше минтая, он хотя бы сравняется. И что-то, мне кажется, с того раза минтай побеждает. Так что... Что, мы сегодня на прогулку попадем? Я хочу на прогулку, у меня башка просто вот тут кисель в мозгах. А мы рассказывали, что нам разрешили гулять. Ну да, губернатор Красноярского края, вот вчера прочитали мы это. Разрешил, короче, на улице не только с собаками гулять, но и с детьми. С грудными в коляске. С грудными в закрытой коляске. Ну типа не приближаться, не приближаться к другим людям, но если вы члены одной семьи, можете кучковаться, а к другим людям, типа с соблюдением дистанции, во дворе можно гулять, короче. У нас грудных нету, но мы типа спортом занимаемся. Ну как бы спорт, ну выйти прогулка это уже спорт, я не знаю, мы сидим, что это, какая-то гиподинамия или как там ее называют, когда движения не хватает.
А? Так, Максим. Максим, ты свет выключаешь? Включи, пожалуйста, свет. Хитрец с мячиком. А что, свет-то вдруг решил выключить? Вот, нет! Так веселее, да? Ну, у него свои планы на жизнь, как бы я сейчас к окну подойду, чтобы меня лучше было видно. Вот. Ну ладно, буду тебе не помогать, чувствую. Чувствую, моя помощь не помешает. Как Вика, тебе рыбка? Вкусная? Макс, а ты что отодвинул? Ты поел уже? Я гречку увидел, что. А, ты гречку захотел? Ну, я понял, макароны руками. Макс, у тебя же вилочка есть. Давай, кушай вилочкой. В общем, ладно, всем приятного аппетита. Сейчас давай, будем приятно. Хек тестировать. Что, мне свою жилетку показать? Ну, пошли, я тоже буду одеваться. Пойдемте на прогулку. Хей! На-на, чуть ребенка не сбила. А мимо тебя проехал. Повернулась. Он мимо тебя проехал. Макс, поехали. Догони, давай. Давай. У нас села камера. Поэтому мы снимаем на мой телефон. Потому что его телефон тоже сел. Вот человек, отвечающий за камеру. Ай, плавают такие, да? Селезень и утка в луже. Ну, в общем, дети накатались. Родители нагулялись. Набегались даже за детьми. Набегались. Дети просто мчались. На таких скоростях в горы летят. Страшное дело. Ну что, может пойдем? Нет. На машине прокатимся? Нет. Давай, Вика, мы не уже видим. Подзарядили маленько в машине машинку, камеру. Поехали прокатиться по центру, по набережной. И домой спать. И домой. Ой. Мы сегодня, что у нас сегодня было? Ой. Что у нас было интересно? Мы сегодня записывали сюжет. Да. Не для... поверите. Для компании НТВ. НТВ вышло на нас. Да, кто смотрит? Приглянулись мы. Кто смотрит телевизор и НТВ? Вот это то самое НТВ. Скоро. Вольф, ну, если на там, НТВ. Если ничего не поменяется, То есть нам написали, это предложили. Там, да, маленечко про прогулки на балконе. Типа вы так хорошо рассказываете про самоизоляцию. Да-да-да. Поделитесь инфой. В общем, мы записали. Да, небольшой сюжетик. Небольшой там. Сюжетик. Для программы сегодня. Для программы сегодня. Но нам сказали, что еще, конечно, не точно. Но я думаю, нас разместят. Да не, ну как бы нам сказали точно, это мы просто на всякий случай так думаем, что вдруг не точно. Так что мы надеялись. Сказали, либо в конце недели, либо в начале следующей, там уже будет, зависит от всего, что происходит в мире. Потому что это так такое... что, короче, что-то прямо нас в телевидении затягивают. Ага. Того и гляди. Того и гляди, прославимся, да? Да не говори, а ну, а всякое может быть. Почему бы нет? Ну. Будем знаменитой семьей. Да. Я не откажусь. Я тоже не откажусь. Никогда не хотел быть знаменитым, а сейчас. А сейчас нормально, да? Почему нет? Я не против. На YouTube канал рос. Хочу. Это, конечно, важнее для меня. Хочу, конечно. Ну, и это будет не лишним. Рок хочешь послушать? Ну, рок. Ты... ну сейчас послушаем рок. Тот еще сейчас рокер. Папа с мамой поговорят. Ну, сколько машин что-то стоит тут. Да, я тебе говорю, разрешили сейчас гулять. Да, все... на набережной. Да, вон на набережной гуляют люди, смотри. Он просто много людей на велосипедах, на роликах. Во дворе, думаю, только разрешили. Да, везде разрешили, походу. Может вон колясочники, все тут гуляют. Да. Ну ладно, это хорошо. Ну это радует. Да, это радует. Но они сказали, если вдруг опять начнется всплеск что-то не то, то опять посадим. Ну, будем надеяться, что сейчас люди как-то все ну, будут да, просто гулять, контролировать сами себя и расстояние как-то это, да. соблюдать все-таки. Ну, как-то, не знаю, на заправке заправлялся, как-то все так ну, стоят друг от друга, там никто не идет, тебя там не прижимается в очереди. К окошку. Ну, заправка, кстати, через окошко только рассчитывалась. То есть вовнутрь уже не зайдешь на заправку. Ну, через окошко. Ну да, как бы там, по-моему, карту приложил, все заплатил. Так что, ну, в общем, вот такие новости, да. вот такие дела. Так что ждите, ждите. Ждите, если как будем... появится выпуск, мы вам сообщим.
Ну да, если успеем, заранее сообщим. Если нет, то да, по факту вам и покажем. Что будем это... Следите за программой. Инстаграмой. За нашей, следите за нашей инстаграмой. В инстаграме, если что, быстрее данные попадать. Да, так что подписывайтесь на наш инстаграм. Пишите комментарии там тоже. Да, пишите, кстати, комментарии. Таня вот посты пишет постоянно. Что-то старается, там фоточки сидит, выбирает там постоянно. Там, старается. Говорит, эх, давно на пляже не было, фоток нету. Как быть, фоток, где брать вообще, фотки? Где фоток брать? На когда улице сидишь целый день дома. Но где брать фотки? Вот уже там это, не знаем, что тут делать. Засада. Да, сейчас камера, наверное, опять сядет. Вот, ну, что фоток делать? Да. Умудряемся и так фотки делать. Мы его слепили из того, что было. Да. Сейчас инстаграм лепим из того, что есть. Так что пишите комментарии. Нам это вообще надо, важно. И вообще жутко приятно будет, если мы будем понимать, что нам с ютуба еще в инстаграм люди пришли и нам там пишут. Спасибо, что на ютубе пишете, кстати. Да, на ютубе нам всегда. Давно мы никому приветов не передавали. Да. Если хотите, если пишите. Хотите, опять устроим. Да, я такой-то, город такой-то, кстати, передайте мне привет. Что-то про прямой эфир молчим. Давайте на четверг, все. Давайте. В этот четверг прямой эфир в 19:00 по Москве. Все, окей, договорились. Так прямой что эфир в четверг в 19:00. Да, будем эфирить. Мы, может, сделаем сангрию. Давай людей пропустим. На пешеходном переходе. О, какой интересный самокат. В общем, посидим, поболтаем. Посидим, поболтаем, готовьте какие-нибудь вопросики, поотвечаем. Только не так один про другого. Можно в игру, кстати, сыграть. У нас есть игра «Донетки». В «Донетки», ну я не знаю, конечно. Сложно будет играть, да, прямо? Не, ну нам нравится, Таня, мы играли в «Донетки» там. Давайте попробуем. Давайте «Донетки» попробуем сыграть. Да, там. И поболтаем, и в «Донетки» сыграем, и на вопрос ответим. Угу. Посчитайте, что такое «Донетки», чтобы сильно долго правила не объяснять. Ну там не сложные правила. Там, да, там. Там нормально такая интересная, легкая игра. Да, а тем более, ну, когда нас мы много. В голосом играли в нее, вот как бы в онлайн и текстом не пробовали, поэтому надо попробовать. Не, как ну это будут получится. Люди будут писать свои варианты, ну, будем да смотреть, и я думаю, мы нормально сыграем. Отожгем. Так что давайте. Готовьте сангрию. Готовьте сангрию. Или хотя бы чаечку там, кофеечку. Ну да. Запарьте себе, и будет все хоки-доки. Ну все, давайте. Дурацкое слово сказал, хоки-доки да какой-то. Да вообще, ну раз вылазит, что-то не пойми ничего. Ладно, все, поехали мы. Прокатимся, да спать. Да, если честно, что-то спать хочу.